Всем привет! Меня зовут Нина, мне 11 лет. Я учусь в Lil School. Совсем недавно мы рисовали очень интересную тему «Земля до нашей эры». И сегодня я покажу, как нарисовать очень красивые доисторические кристаллы. Дома у меня нашелся вот такой искусственно выращенный кристалл из Екатеринбурга. Вот так выглядят настоящие кристаллы. Итак, начинаем рисовать. Я беру квадратный лист бумаги. У меня бумага вот такого серого оттенка, палаццо для пастели и акварели. Она мне очень нравится, поскольку очень фактурная и красивая. Начинаем рисовать. Сначала мы рисуем самый большой кристалл в середине листа. И сразу рисуем на нем огранку. Вот такую. Теперь мы рисуем еще несколько кристаллов, которые отходят от него. Можно нарисовать сколько угодно кристаллов, главное, чтобы они образовывали красивую композицию. Чтобы нарисовать кристалл, который смотрит прямо на меня, я рисую вот такой крестик. Это острая точка на нашем кристалле. Вот так. Вот так. Теперь я приступаю к краскам. Я буду рисовать акварелью. Беру чистую водичку и кисточку. Я использую кисточки синтетика. Мои кристаллы будут различных розовых оттенков. Беру светло-розовый. И раскрашиваю самую большую часть нашего крупного кристалла. И теперь, чтобы создать красивые переливы, я беру розовый цвет другого оттенка. И по еще мокрой акварели делаю вот такие пятнышки. И добавляю несколько маленьких белых бликов. Вот таких.
Чем больше у вас будет оттенков розового, тем лучше. Чтобы цвета разных граней не смешивались друг с другом, я оставляю между ними примерно по миллиметру чистой бумаги. Будет очень красиво, если вы добавите лиловые и фиолетовые оттенки. Теперь я начинаю раскрашивать маленькие кристаллы. Если какая-то грань кристалла слишком маленькая, ее можно не раскрашивать и просто пропустить.
не забываем про блики. Вот так. Наш акварельный рисунок мы закончили. Теперь надо дать ему хорошенечко высохнуть. Потому что если мы начнем обводить по мокрой акварели, получится грязь. Я откладываю рисунок в сторону. И беру точно такой же. Я беру черный лайнер 0.1. Но можно взять просто черную гелевую ручку. И начинаю обводить. Начинаем обводить мы сразу с верхнего левого угла нашей картины, чтобы случайно что-нибудь не размазать рукой. Обводим очень аккуратно.
Вот так. Теперь, чтобы сделать очень красивый эффект на нашей работе, я делаю вот такие маленькие штришки.
такие замечательные розовые кристаллы получились у нас с вами на уроке. Ставьте хэштег LilSchool, записывайтесь, рисуйте с нами. Ждем вас!